А смотрю из мамы. Наверное, не зря вкладывают деньги. Нет, сейчас стало, вот издалека его не видно было. А так, наверное, специально, специальная форма, чтобы на радаре не отбивались. Вот такой вот плавтанк проезжает. Не успел его спереди снять, он такой интересной формы. Увидят, что мы их снимаем, остановят нас и скажут, чтобы мы это удалили все. Со всех жестких, со всех. Да, да, и глаза выклюют еще, блин. Да, прикольно выглядит. Да. Издалека плохо было видно на радаре. Возможно, специальная форма судна. Вот, по крайней мере, в миле его не было видно. Поближе подошел, стало было видно. Стало было видно, говорю. Вояка. Домкрат я ее называю, Jack-up Barge. Она сейчас даже стоит не на плаву, а на грунте, уперлась этими колоннами и стоит на грунте, если видно. Должна быть видна. Ловим себе рыбу и такой пароход, электрический пароход, правильно, Андрей, да? Я и не знал, мне вот старший помощник рассказал, что это электрический пароход. Там есть ведь кто-то? Наверное, кто-то есть, я не видно, стекла затонированы. Не, в рубке-то есть. Ну, в рубке-то я вижу, что есть, я имею в виду, что если пассажир, он что-то очень медленно, обычно так быстро так пробегал раньше. Сюда заходит, подъем. Может быть. Тук-тук. Интересно. Пассажирский теплоходик. Куда он? Там есть, конечно, причал небольшой. Туда, что ли, пошел? Людей брать. Посмотрим. Сейчас на мостик поднимусь. Тут вентиляшка работает. Вот там, походу, сейчас покажу. На заходе только заметили, раньше не видно было. Стоят баржи. Стоят баржи. И, походу, наши норвежские товарищи копают там чего-то, какой-то туннель. Туннель, правда, есть. Вот, если видно белый фон. Вот эта дорога,
она заходит в туннель, вот там вот выходит. Тут что-то они дальше прокопают. Раньше я смотрел бинокль в предыдущие заходы. Здесь были технологические, вон они видно, технологические отверстия или что-то такое. Они завалены камнями, заколочены досками. А на подходе смотрю, баржи стоят. А баржи ошвартованы прямо к скале. Сейчас не увидеть, если видно, вот идут. Сейчас пальцем покажу. Длинные-длинные швартовые концы. Я не знаю, сколько метров, наверное. 200, наверное, 250 метров они прямо к скале ошвартованы и стоят. Что-то где-то, значит, копают опять. Больше приближать не буду, будет некрасиво, но видно иногда из скалы, из отверстия выезжает самосвальчик и вот на эту синюю баржу подходит кормой и вываливает грунт во фьорд прямо. Так что что-то опять делают, что-то копают.